Мы сейчас с тобой попоем на «и». Придется достать зубки все. Соединение носа и нижних зубов. Большой треугольник. Для того, чтобы не было у меня кикса, видишь, я держу гортань внизу, чтобы связки у меня были плотно сомкнуты, а челюсть опускаю вниз и чуть вперед, чтобы они были сомкнуты и натянуты в рабочем состоянии, принудительно. Звуку некуда деваться. Он мне подключает нос, зубы, зубы. Это давление остается здесь, и все три точки звучат. Пошли. Стоит, и мы туда подавим. Освободи челюсть, потому что... Зажато. А он сам переключится там где-то. С микстового переключится на голосовой. Понимаешь? Переключение между регистрами произойдет, у тебя вот здесь переносится. Голосовой и микстовый звук, они спокойно переходят, потому что гортань висит, и они спокойно через ротоглотку у нас смешиваются. А по ощущениям, что переключение происходит здесь, в носу, потому что подключается переносец. Пошли. Воля управления своей гортанью, волей своей. Сказать, стоять, лежать, висеть, расслабиться. При этом я говорю, я иду вниз, в живот. Помнишь старые школы академического вокала? Вот там стояли певицы, да, и себе снаружи помогали петь, да, на высокое. Они помогали диафрагме достать ноту. Извне, это как крючок такой. Помогаешь себе, опускаешь, и ты внизу. Очень важно, что ты здесь, как ты разговариваешь со своим мозгом. Помимо низких продавленных зубов, еще и звучание верхних зубов. Пошли. Чем ниже ты здесь поставишь первую ноту, тем проще будет спеть верхнюю. Помни, будет низ, будет верх. Пошли. Для тебя она там. И ты бьешь воздухом по связкам оттуда вверх. А я бью воздухом по связкам сверху вниз. Понимаешь? Я атакую туда и не забочусь, как он вернется обратно. Потому что он вылетит сам. Мое дело вкачать давление, а не выкачать его из себя. Давай весь низ свой, который есть. Богатейший. Поехали. Умничка, зевай, зевай. Зевай, мое солнышко. Поехали, девочка, поехали.
связок. И еще можешь. Раскрыть секрет, сейчас была до диез третьей октавы, да? Вот если у нас переходная голосовая, голос микс си до, ну как правило, да, особенно у меццо-сопрано, переходная си до в первой октаве, то переходная в свистковый регистр тоже находится в си до, но только второй октавы. Смотри, белтинг от си до там ми и фа, мы продавливаем нижние зубы, чтобы был белтинг. Дальше подключается к нижним зубам от фа до си, подключаются верхние зубы. Поют и нижние, и верхние, потому что давления много. А вот свистковое к этим нижним и верхним добавляется еще нос. Но чтобы добавился нос, должен быть открыт рот. Попробуем. Смыканий пока, потому что еще не хватает низкого регистра третьей абдоминальной группы, потому что надо уже садиться в абдоминалку. Есть головной резонатор, есть грудной резонатор и есть абдоминальная зона. У девочек три зоны, у мальчиков два, потому что груда абдоминальная. Зона у них одна большая бочка. Один большой бурнюк. А мы все-таки стали. Понимаешь, у нас есть грудной, да, и абдоминальный отдельно. Вот здесь больше абдоминалочки. Но надо сказать, что полный женский голос раскрывается, когда ты будешь немножко постарше. Да? А, тембр к диапазону имеет отношение, но такое опосредованное. Есть сопрано с маленьким диапазоном, и есть меццо-сопрано и контральто с огромным диапазоном. 3, 3,5 и даже 4 октавы. Понятно? Поэтому диапазон развивается. И зависит диапазон только от одного. От силы дыхания и длины связок. Есть предел, конечно, голосовому аппарату. Мы связки тянем, развиваем. Да, но лимит есть, потому что когда-то у нас ширина глотки, вот мы можем ее опускать, насколько это возможно, да, делать широкое покрытие, но все равно растяжка когда-нибудь остановится. Потому что кость не пустит дальше. Понятно? Наша любимая. Таким твангом. Для меня, вот знаешь,
прям панно светится и горит буква И. Memory, memory, memory. Да, ударение я переношу неправильное. Но мы же с тобой техникой занимаемся, а не выпиваем какие-то слова на английском языке. Просто слово очень удобное. Знаешь, чем? Что, во-первых, буква М в начале – это звук М высокой позиции, а И низкой позиции очень удобно в конце слова спеть, когда мы с тобой переходим в высокий регистр. Нам нужно низ. Memory, memory, memory. Я тебе спела три И всего. Я не пела все слово целиком. А ты услышала слово целиком. Понимаешь, в слове нужно спеть, а один звук всего. А не все подряд. Memory, memory, memory. Не нужно. Memory, memory, memory. Пошли И. Когда у меня зубы закрыты губами. Как одеяло повесили, прикрылись. Так, ой, извините, мне не очень удобно. Да? Нет, детка. Пошли по черному. А теперь к высоким зубам. Еще добавь нижние. Будет в два раза больше звука. Подойди, посмотри. Ре, ми, ре, си, бемоль, ля, соль, ми, соль. Вторая октава. Да? Очень хорошо, что ты сейчас не видишь клавиши, поэтому тебе это свободнее, потому что очень многие ученики любят смотреть, ага, какая нота. Как только увидели, какая нота, все, мозгом перекрывает кислород, и все. Они больше делать ничего не могут. Это делать нельзя. Видишь, как я тебя поймала? Не знала, где спела? И спела. А если бы знала, в жизнь бы не спела, понимаешь? Поэтому... Голова кружится. Голова кружится, конечно, потому что все время продых и продых.